Дорога в небо начинается в ЦАГе, легендарному аэрогидродинамическому институту в Жуковском, 90. Именно там испытывали практически все российские самолеты, вертолеты, экранопланы и воздушно-космические аппараты. Сейчас в руках ученых оказался новейший лайнер Superjet 100. С подробностями Алексей Дашенко. Здесь гул, как на аэродроме. Чтобы затраты на новые разработки не вылетели в трубу, каждый самолет пропускают через трубу, аэродинамическую. Впрочем, сюда помещают лишь уменьшенные модели авиатехники. С помощью компрессоров в трубе создаются условия, максимально приближенные к условиям полета. С крупномасштабными моделями, по крайней мере, можно экспериментировать. Менять положение крыльев, оперение, стреловидность. Путем проведения испытаний для различных компоновок собирается банк данных. Затем это рассылается по конструкторским бюро. И когда перед ними стоит задача с тактико-техническими характеристиками аппарата, который им нужно спроектировать, на базе вот этого банка данных конструкторские бюро начинают проектировать аппарат. В соседнем цехе проходит испытание новейшая разработка российской авиации – Superjet 100. За моей спиной не масштабная модель, уж тем более не макет, а вполне реальный самолет с серийным номером 95002. Здесь с ним проводят испытания на статическое напряжение. Одновременно с этим 001 Superjet сейчас проходит летное испытание. Каждый элемент самолета подвергают максимальной нагрузке, при которой может произойти разрушение. Вот так, например, не выдержало крыло Ту-334. Впоследствии пришлось исправлять ошибки. Делать выводы о Superjet 100 ученые пока не спешат. Мы закончили исследование прочности для обеспечения безопасности летных испытаний. То есть мы нагрузили самолет где-то на нагрузке 2/3 от того, на что он должен, на что он рассчитывался. А для того, чтобы перевозить пассажиров, обеспечить экономичность и безопасность, нужно проверить на максимальные нагрузки. Вот к этому мы сейчас и приступаем. 90-летний юбилей институт встречает, по словам директора, на подъеме. Хотя есть у предприятия и проблемы. В первую очередь, это финансирование. Оценка основных фондов института составляет по стоимости около 400 миллиардов рублей. Это очень скромная оценка. Центр является одним из крупнейших в мире. И чтобы поддерживать даже просто на плаву вот такую огромную, так сказать, инфраструктуру, необходимо, ну, по крайней мере, так сказать, там небольшая доля от этих средств, что составляет уже там десятки миллиардов. Конечно, у нас таких средств нет. Поэтому институту приходится брать непрофильные заказы. В частности, именно в этой аэродинамической трубе проходило испытание на прочность модель живописного моста. И таких заказов у ЦАГИ сегодня около половины. Алексей Дашенко, Роман Хроленко, Вести, Москва.